Всем привет! Доброе утро! Сегодня 22 мая, и у нас 21 день пути. Вчера мы остановились в 30 километрах от Пензы. Да, на парковочке. Да. Дорога была хорошая. Пензенская область вообще отличная дорога, прям замечательная, нас покорила. Да, природа чудесная. Да. Очень растительность вся пышет. Сегодня немножко ветер. Да, ветрено немного. Сейчас поедем в Пензу, съездим, посмотрим, погуляем, поснимаем. Mm-hmm. Вчера съездили в Сызрань. Как тебе Сызрань? Ой, изумительная Сызрань. Вообще, обязательно, если будете ехать мимо, заскочите, посмотрите. Тюльпаны, каштаны, сирень всех оттенков. Очень классно. Красивый город, старый город, стоит на Волге. Не пожалели, что съездили, очень Сызранка, красиво. Тоже речка красивая. Если единственное, что если кто-то будет рассчитывать в пути, что как мы, что там постираться, не рассчитывайте, прачечных там нет. Да, прачечных нет. Есть, но одна, в которой оставляешь и через 3 дня забираешь. Одна закладка 400 рублей. Да. Ну все, едем дальше. Ребята, какие здесь гигантские сосны. Вообще, вот с двух сторон прям очень высокие. Везде у них петухи, вон что-то. Ага, петух прям какой-то символ. Пенза. Река Сура. Она, кстати, через всю Пензу протекает. Это желтенькая такая. Красная аж. Глинистая почва. Очень зеленый город, настолько зеленый, что его даже не видно фактически, да? Ни труб, ни заводов. Там автомагазины, рыночки. Очень зеленый город, как Татьяна уже говорила. Да, много советской символики. Пахнет, дышится в городе очень легко. Ну, соответственно, да, как следствие зелени. Центр.
Приезжаем, видать, в старинный центр. Ремонтируют здание, да? Фасад обтянули. Длинные светофоры. Тут новые троллейбусы, новые автобусы ходят. Старинные здания. Везде по городу ремонтируют дороги. Много ремонтных мест. Меняют бордюры. Памятник Ленину. Огромное какое-то здание. Ой, какое огромное здание. Какое-то красивое такое. Какие здания строятся современные. Славянский торговый центр. Очень много старинных зданий, да? Смотри, как интересно. Видно, что Пенза старое время можно строить. Но тем не менее, старину, вот прям вот древность какая-то не ощущается, да? Пензенский мужской монастырь. Вообще шикарно. Чтобы далеко не ходить. Слушай,
город вообще. А вон этот, вот лесной мост. Да, да, да. Не видно, да, было? Не, он же пешеходный, да? Да, он пешеходный. Ну, у нас автопутешествие сегодня по Пензе. Домики вот эти вот. Старые. Старые, ага. Уже все в зелени. Побелены. Микрорайоны новые. Очень чистый город. И дышится с экологической точки зрения, дышится легко. И мусора нет. Мусора нет, да, очень чисто. Конечно, пускай все не в идеальном состоянии, тротуары, дороги, но зато очень чисто и очень свежий воздух. Для такого города прям. Дружбы 4 декабря 2008 году построен. Это река Сура. Сели мы прогуляться по мосту. Посмотреть набережную. Дядька уже в трусах гоняет. Понтон везет вон. А он автомобильный, да, по которому мы ехали. Давай. Ой. Ой. Вся эта набережная, да, вдоль набережной. В граффити. Такие ворота, мечеть старая, да. Центральный рынок. Такая она, Пенза.
лампочки уже. Кстати, круг здесь второстепенный. Ну не везде, не всегда. Ну не везде, но в большинстве. Выехали мы из Пензы, едем в сторону Рязани. Пенза нам очень сильно понравилась. Вот. Буквально городок на городке Симбухава. Какой-то прям древний храм здесь на въезде. Ехали в Плёс. Из Михайловки сразу в Плёс. Населенные пункты стоят один за одним. Остановились мы где-то здесь. Ехали в Республику Мордовия. Долго не было. В общем, никаких там заведений таких. Остановились на стоянке. Ой, на заправке. Заправка с платной парковкой как бы нормально сохранена. Но вот по чистой случайности мы остановились вот в центре такого круга.